Да, все, пошло. Ну, я Дмитрий Воронцов. Мой товарищ мне сказал, что воду вообще пить нельзя. Вот, потому что потом будет какая-то жесть, с толчка вообще не слилишь. Ну, вроде, хотя бы это не похоже на верблюжью мочу, которую нам пришлось пить вот, буквально где-то позавчера, где-то там на трассе, у черта на куличках. А, итак, ну, приступим будем. Ну, вроде вода, так сказать, да. Вот вода. Да, запах у нее, конечно, специфический. Чего вы знаете? Да. А, все вкусное. Вкусно могу посоветовать, так сказать, да, здесь тепло. Вот. Поэтому могу сказать. Советую. Это Ставропольский край. Район городов Пятигорск, город Лермонтов. Мы сейчас двигаемся в сторону горы Бештау. Ну еще раз попьем воду. Действительно очень вкусно. Всем рекомендую сюда приезжать. Вот. Но можно обратить внимание, тут все. Химический состав написан, да. А вот формула химического состава, то есть это Ставропольский край, город есть. Или даже телефон, да, это на тот случай, если что-то все-таки случится, но будем надеяться, что ничего не случится. Мне не случится только всякое замечательное, интересное. Вот, меня можно найти через Google. Дмитрий Воронцов, путешественник. Всем привет!